Всем доброе утро. У кого-то может быть вечерок. В общем, около 6 утра. У нас там мужчины опять ушли на озеро. Пойду проверю, пока все дети спят. Спят они долго. В общем, смысла им сейчас что-то варить нет. Часик у меня свободный есть. Мы вчера съездили с детьми на колесо обозрения. И сегодня с утра Сергей вот говорит: давай перед тем, как куда-то ехать еще, сходим на рыбалку. Ну, из меня рыбак-то еще такой. Но посмотреть интересно. Это все совсем рядышком. Вот, как видите, вот заборчик этой дачки, где мы остановились. И вот уже оно, озеро. Я опять забыла, как оно называется. Я потом это спрошу еще раз. Как хозяин сказал, что это самое большое озеро в Крыму. Под Евпаторией. Так, кто-то мне тут дорогу переползал. Где-то я видела улитку. Ага, вот она. Она живая. Ползла по дороге. Сразу мультик вспомнила, детский. Ой, как их тут много-то. Вот еще одна. Ползет. Вот она. Усики выпустила. Это вот уже не слизняк, это прям улитка. Мультик детский вспомнила. Турбо называется. Смотрели. Ой, как их много. Наступить жалко. Куда-то они все по своим делам. У нас еще один рыбак. Закинул. Там в садке рыбина. Он все за ней охотится, за этой рыбой. Миш. Он сейчас ее поймает там из сачка-то. Рыжий. Лера у нас по Масику скучает, поэтому она все вот этого рыжего привечает. Все домой к нам приходит в комнату. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот такой красивый. Сегодня тут не ветерочка. Тишина. Мишка, рыбку у нас поймал. Мишка, показывай рыбку. Стоять. Опа. Сейчас мы солнышко. Подожди, чтобы не против солнышка. Ведь такая маленькая. Вот. Ну так нормальные. Рыжий-то где? А, бег пришел. Да, он его шуганул. Рыбачка Вася проснулась. Пришла. Вася, ты зубки почистила? Да. Остальные спят еще? Да. Погуляешь немножко или пойдем кашу варить? Не пойдем кашу варить. Не пойдем, гулять будем? Да. Ну ладно. Ну, кадр на память. На фоне озера. Отхожу, все. Мы вон лебедей сейчас снимем. Всем привет. Смотрите, что у нас происходит. Это у нас хозяйские собаки. Вот толстый. Это Бег. Если что, не я. Толстый вот он. Да-да-да, он толстый. Это семья. Вот они сюда уже второй раз подплывают.
И вот они прям такие агрессивные, защищаются. Бег. Детки у них какие уже большие, крупные, да, Миш? А шипит все еще баба. Не, баба не шипит. Та самка, да, вон та? Не, вот эта самка. Думаешь? Да. Это самец? У этого голова на субботу. Ага. Ты хлеба несешь, да, Егор? Егор, поправь шортики. Бег, бег. Ой. Они и на собаку-то шипят, но и хлебушка им хочется. Ай, что так пищат детки-то? Пик-пик-пик. Бег. Бег, он клюнет тебя. Бег. Лет, ты слишком близко кидаешь. Ему самому-то хочется. Хлебушка-то. Защитник, защитник. Миша, что там за слова? Это плохие слова. Да. Нет, они, главное, так пищат, прям как птенчики маленькие, да? У них такой этот звук. Птенчики размером с большого гуся. Егорка. Это озеро, это мы на озере. Мы же дачу снимаем как раз на берегу озера. Все, что ли, хлеб-то скормили? Ну, долго ли? Их тут вон целая команда. Снеж, смотри, детки, детки серые, видишь? А Снежа? Бег, смотри, он тебя клюнет, бег. Поймаем кого, не поймаем? Бег, иди сюда. Бег, иди тут сюда. Тут идет мелкий, да? Опять. Бег, иди сюда. Опять мелкий, опять коту. Коту праздник. Опять такая же. Подожди хоть. Ой, опять хотела. Его не трогай, Его.
Она эти выпускает, как их, плавнички, будет больно. Толстому хотите отдать? Толстый будешь есть? Ну, он ради сырой ест. Да им вроде давали головы рыб. Дождись. Я... В сумке я хочу снять. Толстый не надо мне лизать. Которые побольше. Подожди, я так. На телефон. Видно ли тут? О, пеленгасики. Ну, мелкие мы коту дадим. Праздник будет. Так и не уплывают они. Они думают, мы им еще сейчас хлебушка дадим. А там еще есть хлеб. А что еще есть?